Поддавшись современной моде на автопилоты, компания Audi представила на автосалоне в Шанхае интеллектуальный электрический концепт EMI. Это беспилотная машина, которая в будущем станет частью новой экосистемы, не покупаемых, а арендуемых по подписке машин. Иными словами, EMI — это автономный городской автомобиль по требованию. Автономные автомобили — это шанс разработать новое портфолио. В прошлом наша линейка основывалась на сегментах рынка. Беспилотники же могут быть ближе к запросам клиентов. Мы называем их случаями использования. Случай EMI — это городская среда. Проект стал третьей, завершающей частью триптиха из концепт-каров. Для междугородних путешествий Audi уже готовила проект Icon, а для гоночных трасс предназначался электрический BP18 e-tron. В основу концепта, конечно же, легла многообещающая фольксвагеновская платформа MEB. Что касается обещанного интеллекта, то приставка AI, то есть Artificial Intellect, здесь означает декларацию о намерениях. Так будут называться все будущие Audi с автопилотом четвертого уровня, способным вести машину без участия водителя, общаясь по дороге с другими автомобилями и объектами дорожной инфраструктуры. Компания Lexus представила в Шанхае свою долгожданную новинку – роскошный минивэн LM. Как и ожидалось, первый минивэн люксовой марки оказался перелицованной моделью Toyota Alphard. Поэтому неудивительно, что салон Lexus строго четырехместный, и задний ряд рассчитан на двух пассажиров. Два кожаных кресла разделены подлокотником с сенсорной панелью. LM предложит с двумя двигателями. Версия LM350 – это атмосферный бензиновый V6 3.5 мощностью 300 сил, а версия 300H – это 200-сильный гибрид с мотором 2.5, который работает по циклу Аткинсона.